время рейда по торговым точкам по улице Калиновой сотрудниками КП «Муниципальная Варта» были выявлены несколько точек, где торговали алкоголем и табаком без лицензий и акцизных марок. На место сразу же вызвали полицию. За данными фактами було викликано співробітників поліції, які наразі проводять документування, опис і вилучення продукції, яка підлягає вилученню, для подальшого направлення матеріалів до суду та їх розгляду. Смотрите, ми зараз проверяем на наличие лицензии, так как у данного гражданки не было лицензии. Из-за этого мы не составили протокол, так как помимо того, что нет лицензии, еще есть вероятность, что есть подделка акциза. Из-за этого до выяснения всех обстоятельств, то есть мы по факту изымаем на сохранение. В дальнейшем суд уже будет решать по поводу данного события. Продукция без сертификатов якості та марок акцизного податку. То есть алкогольная продукция сумнівної якості. За сегодняшний день во время рейда было обнаружено две такие точки. Подобные рейды проводятся каждый день. За этот год благодаря сотрудникам КП «Муниципальная Варта» было выявлено порядка 200 подобных нарушений.